Очень давно у нас такого не было, но, мне кажется, настал момент поремонтировать что-то французское. Например, вот этого ебучего льва, на котором требуется помыть радиаторы. Для этого требуется разобрать пол ебальника, поэтому откручиваем сверху, откручиваем защиту снизу и, казалось бы, отщелкиваем бампер по бокам, но хуй там плавал. Оказывается, эта пластиковая поеботина прикручена болтами от крыла, и к ним, как обычно, хуй подлезешь. Открутить их, конечно, получилось, только с помощью удлинителя, маленькой трещотки и кардана. Можно, конечно, отодвинуть защиту и попробовать открутить под нее. Единственное, ваша рука будет выглядеть, как будто она только вернулась из Афганистана. Далее отсоединяем Clarkson, откручиваем переднюю рамку и полностью откручиваем передний усилитель, который тоже будет мешать и который тоже, естественно, нужно снять. Обратно нужно будет установить по меткам. Далее отщелкиваем верхние фиксаторы радиатора и наблюдаем весь пиздец, из-за которого мы производим эту работу. Вымывать всю эту жопу мы, естественно, будем с помощью химии и керхера. Некоторые товарищи говорят, что это спорный способ, и можно погнуть соты. Но судя по вот этому, мы наблюдаем, что их погнули уже до нас ебучей воздушной палкой. А при правильной мойке водой соты вы не погнете, а вымоете все до состояния ебать привет как чисто. Останется только помыть химию, еще раз промыть и собрать всю эту залупу до кучи.